В центре внимания так называемые подснежники. Проблема оставленных машин на дворовых территориях существует уже немало лет. Только за 2021 год службой муниципального контроля было пресечено более 80 нарушений. Брошенное авто или так называемый подснежник – проблема, которая существует во многих дворах города. Они мешают не только жителям близлежащих домов, но и коммунальным и экстренным службам. Эти «Жигули» уже не первый год стоят возле дома номер 35 по улице Ленина. Транспортное средство не только мешает коммунальным службам качественно очистить территорию от снега, но и препятствует парковке автомобилей, которая постоянно находится в эксплуатации. Мне только лето мешает, потому что у меня лето машина. А так, не, ну, конечно, мешает. Красная татара ездит, там девушка на ней, видно. В отпуске или где, не знаю. А этот уж несколько лет стоит. Кто-то бы не мешало убрать. И это не единичный случай. Среди заброшенных транспортных средств есть много таких, которые давно утратили свой функционал. Однако есть и вполне приличные, и даже с госномерами. Но хозяева о них почему-то забыли. В отдел муниципального контроля часто поступают обращения от граждан по фактам размещения разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, препятствующих уборке придомовых и дворовых территорий. Данный факт является нарушением правил благоустройства. Также данные факты выявляет отдел муниципального контроля администрации города в ходе своих контрольных мероприятий. В ходе контрольных мероприятий перед сотрудниками муниципалитета стоит задача по выявлению нарушений требований благоустройства, установлению собственников транспортного средства и принятию мер с целью устранения нарушений. Задачами отдела муниципального контроля является выявление собственника транспортного средства. В случае невозможности установления собственника, данное транспортное средство признается бесхозяйным и оформляется в собственность администрации города. Так, в 2021 году было оформлено в собственность администрации города 3 транспортных средства. Если вы заметили какое-либо транспортное средство, которое на протяжении долгого времени стоит и мешает проезду уборочной техники, а также машинам быстрого реагирования, вы можете обратиться в отдел муниципального контроля по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, или лично по адресу улица Смедовича, дом 11, кабинет номер 3. Василий Хтанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».